С вами твоя покупка. В данном видео мы сделаем видеообзор на качественный и доступный по цене чехол на молнии. Вот это вот такой чехол. Еще его называют в народе кисет. Он подчеркнет вашу индивидуальность, создаст благоприятные условия для защиты вашего гаджета. Вот. Так вот он выглядит. Покрытие чехла мягкое и приятное. Выполнен он из кожзама. Давайте перечислю вам особенности данного чехла. Внутри данного чехла покрытие из мягкой ткани для защиты вашего телефона. Между внешним и внутренним слоем, я могу вам даже его вывернуть вот так вот и показать, чтобы вы увидели на видео. Надеюсь, это передастся на экран. Камера хорошо снимет. Здесь видно, что вставлен поролон. Даже здесь два слоя. Вот один слой, вот второй. С плотной тканью. Это также сделано для защиты вашего гаджета. Давайте я его назад верну. Из-за этого чехол становится мягеньким. Ну, а плотная ткань и плотненький кожзам придает ему, ну, соответственно, плотность. Если ваш телефон даже упадет, с ним ничего страшного из-за защиты данной не случится. Удобство данного чехла, во-первых, в том, что, как вы видите на видео, здесь есть молния, язычок на молнии такой есть. Ну и чехол, когда вы хотите извлечь телефон, нужно открывать не полностью, чтобы его достать. А можно лишь вот эту верхнюю часть открыть, и вы достанете телефон. Давайте я покажу вам на примере Nokia 6700. К примеру, давайте так. Вот вы берете, положили телефон в чехол, потом закрыли чехол, вам звонят. Вы хотите достать телефон. Нет нужды открывать полностью его. Вы приоткрыли верхнюю часть и достаете данный телефон. Берете трубку и разговариваете. Ну, соответственно, положить. Также положили, закрыли телефон. Размер данного чехла можно подобрать под любую модель телефона. Начиная, ну, это я вам классический размер, классическую модель показал. Ну, и, соответственно, меньше телефоны хотите, подбирайте меньше чехол. При этом или согласовываете с менеджером, или смотрите совместимость, ну и похожие модели на сайте, в интернете, ну или же у нас на сайте. Ну и потом заказываете непосредственно по модели или просите у менеджера, и он вам подбирает чехол. Ну, это чехол, вот как я вам показал, для Nokia 6700. Потом вот, к примеру, Nokia Asha. Как вы видите, этот чехол больше для Nokia Asha, так как телефон также больше. Чехол прекрасно подходит для Nokia Asha. Вот он получился больше. Ну или же, если у вас есть MP3 плеер или любой электронный гаджет, который вы хотите защитить, вы также для этого можете использовать данный чехол. Это очень удобно, практично. Он по доступной цене у нас продается. Доступно любому человеку. Так что вот такая вот прекрасная штука. Этот чехол кисет. Я вам показываю видео черные чехлы на видео. Также они есть в различных расцветках. Можете выбрать их у нас на сайте.
Телефон будет защищен с помощью индивидуальной конструкции данного чехла, как я вам уже рассказал. Так что вот так вот. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Всем пока. До следующих видеообзоров.